Всем привет! Сегодня начнем делать патрулирование персонажа. И в общем, в нашем дереве мы будем прописывать, как он будет ходить по определенным точкам. Для начала нам надо создать такую штуку, как эктор, в котором мы будем указывать как раз-таки наши точки на самой карте. Давайте назовем его по Эктор. Это у нас будет Эктор, где будут указаны точки. Соответственно, здесь мы подадим такое значение, как Патрулпуф. Так, и сделаем его в наименование, так скажем, переменной. Или нет, даже не патрулпуф, Point какой-нибудь. Потому что... Даже эта точка будет, как раз чтобы мы знали, что это. Так, patrol point. И сделаем ее вектор. То есть значение вектора. Так как у нас этих точек будет очень большое количество, не единичное, мы должны сделать массив. Также сделаем Instance Editable, чтобы мы видели эти точки и могли редактировать их а также Show Widget 3D. Обязательно. Так, сохраняем. По сути, в данном случае все. Можно пока не закрывать, но прикрыть. Далее, давайте создадим в нашем персонаже. Вот в данном, которая будет э, делать э, хождение, так скажем, они будут у нас патлюру... патлю... патрулировать вокруг холодильников. Э, потому что это самая важная вещь человека. Он должен охранять холодильник. Так, э, давайте зайдем в Graph. Хотя Event не надо. Создадим переменную. Вот здесь мы напишем patrol, path, то есть наш путь, который здесь будет. А в типе указом, укажем как раз-таки эктор, который мы создали. Patrol, path эктор. Вот он. Сделаем редактируемый э, переменной. Сохраним. Сохраним. То есть мы, по сути, указали, на какую переменную будет он ссылаться. На какой? Э, на какое движение, так скажем. Поместим эту штуку на карту. Наш Эктор. Давайте выставим примерно вот такое соотношение, да, чтобы они как-то вокруг холодильника входили. Ну, теперь переходим в дерево. Здесь <coughs> нам пока предварительно надо отключить эти штуки. Мы их сдвинем. В данном случае они нам пока не нужны. Мы будем использовать uh, uh, только патрулирование. Вот выставили, да? Так давайте сразу обозначим uh, patrol NPC как-нибудь обзовем. Так, прежде чем составлять все это, также перейдем в Blackboard, создадим переменные. Первая переменная у нас будет типа вектор, назовем ее patrol path vector. Она будет показывать нам, куда передвигаться э, персонажу. И вторая переменная это integer. Это э, у нас будет количество точек, которые будут иметься, да? То есть, вообще э, э, иметь персонаж для передвижения. Так, мы их создали. Теперь нам необходимо сделать задачу. Так, если мы ее сейчас найдем здесь. Так. Финт. Так, нет, задачи у нас здесь нету никакой. Давайте создадим новую. сразу перейдем сюда чтобы обозвать ее чтобы потом не путались так обозовем ее э, task task find, path point теперь Создадим здесь параметры необходимые, да, переменные. Сразу делаем две штуки, а хотя нет, давайте с одной начнем, а потом, чтобы ее скопировать можно было. индекс. Uh, это у нас количество. Также пишем э, нашу Blackboard Case Selector. Делаем ее изменяемой. Дубликат сразу делаем. И переименовываем. Это у нас будет э, path Vector. Все. Да, значение изменяемо и из нашего бэкборда берет теперь снова создаем execute э, начало, да execute э, i и соответственно execute э, finish как мы раньше и делали Здесь давайте сразу сделаем каст на нашего персонажа, который будет ходить по данной ветке. Это у нас каст э, to bp uh, solder. У вас это, соответственно, ваш. Так, Owner Подключили. Теперь вытаскиваем из нашего а, персонажа ту перемену, которую мы создали. Это вот этот path, Patrol gate Get PatrolP. Делаем из нее а, validate Get и подключаем к нашей ветке. Так, давайте это немножко сдвинем. Вытягиваем отсюда. GetPathPoint. Point. И также еще вытащим get actor, get actor transform, потому что нам надо определить, где находится наш персонаж, и далее мы должны подавать этому персонажу место, куда он должен пойти относительно э, всей всего мира так скажем то есть если смотрите наш patrol э, пав да мы поставили здесь он у нас принимает мировые координаты да вот такие вот 1400 там и так далее если мы начнем создавать точку вот мы создали точку видите переменная 0 у него является нулевой Хотя нулевая точка у нас находится где-то вот здесь, допустим. И, соответственно, чтобы наш персонаж э, не, не перемещался по всей карте, э, нам надо указывать, чтобы вот он принимал вот эти координаты. Сейчас мы это сделаем. Так, э, bbpff индекс мы сюда как get вставим из него вытаскиваю uh, get blackboard uh, valu is int, потому что у нас path index это integer, да, является. И давайте отсюда вытащим get getRef и подаем значение нашего индекса а чтобы нам э, так скажем чтобы передать персонажу другую позицию э, выбираем такую ноду как transform location это вот вот это а для, для передачи мы соответственно соединяем uh, get вот в location то есть он сейчас начинает принимать вот эти значения как э основные и как мы делали с, с поиском э рандомной точки все так же делаем, это вытаскиваем BB Path То есть мы, по сути, передаем вектор, куда надо идти в персонажа. Set backboard Value is Vector. Так, вот он. Теперь соединяем с концом, то есть с финишем. Ставим галочку. И соединяем с основной веткой. Так, вроде бы все. Давайте скомпилируем. На чем ошибка у нас? Так, возможно, вот так надо сделать. Сейчас проверим. Да. Контроллер паун. Контроллер. Все. Давайте подключим нашу ветку точнее, нашу задачу сюда, в ветку. Так, это у нас ä, task ä, find path point. Выбираем ä, наш path point, ä, patrol вектор и на второй, так, наоборот, bb э, path index мы выбираем patrol path index и bb path vector это у нас patrol path Vector. немножко чтобы не запутаться но идея та же самая да то есть мы передаем вектор вектору и э, номина... э, численное значение численному значению Так, чтобы э, дальше э, персонаж передвигался, тут нам надо создать такую штуку, как э, увеличение значений. То есть, если, смотрите, мы создадим несколько точек. Вот сейчас... Опс, это я не то нажал. А у нас одна точка, да, стоит. Создаем вторую точку. Перед... Так. Сдвигаем ее чуть-чуть больше, да, вот чтобы, чтобы потом можно было ее передвигать так, вручную. И дальше мы, допустим, создаем следующую точку. И давайте по иксу тоже ее передвинем, чтобы она вот так вот, персонаж, ходил по кругу. Так, первая точка у нас 500. Так, что... А, нет, все, я правильно сделал. Так, создаем четвертую точку. Ну, чтобы круговую сделать, передвигаем 1252, 7, да, ну, чтобы вот она здесь оказалась. И вот как раз-таки нулевая, первая, вторая, третья. И они как раз-таки будут ходить вокруг наших холодильников целая охрана выделена. Теперь значения у нас определены. И чтобы нам перескакивать по точкам, давайте создадим еще одну задачу. New задач. И как раз таки снова переименуем ее. Как это не то. Вот это. Назовем ее task task increment point какой-нибудь. Главное, не важно, что неправильно написано, но важно, что мы будем знать, что это увеличение э, значения точки. Снова создаем а, event execute и также finish. Как обычно и как снова. Теперь давайте все так же мы делаем каст на нашего персонажа: vp solder Character. Из него вытащим снова пав. Патрол пав. Также мы вытягиваем наши точки. Uh, Gate patrol, по, pa patrol point. Давайте немножко вот так вот будем складывать, чтобы не удлинять эту всю позицию. И мы считаем, сколько наших точек. Это переменная length точнее ноду новен далее мы делаем э, из этих э, из этого количества вычитание то есть мы э, вычис э, делаем уменьшение на единицу так чтобы нам здесь все работало. Также создаем эти две переменные, которые мы делали вот в предыдущем, да, то есть bb -path -index и bbpuff Все то же самое. Давайте скопируем. Хотя бы наименование, чтобы не печатать два раза. Одно и то же. Так. Blackboard Key Selection Селектор Снова делаем их Видимыми И дублируем И Path вектор, Все так же Теперь Количество Это так, стойте, нету, нажал. Uh, bb индекс uh, index мы ставим. И снова, как в предыдущей части, вот здесь, да, мы, ну, можно было отсюда скопировать, то есть вытаскиваем get blackboard из int. Я просто скопировал. Можете тоже так же сделать. И мы даем данной штуки плюс единицу плюс единицу и в данном случае мы будем сравнивать давайте вот так ближе сдвинем сейчас мы сравним а, вот это меньше или равно а, нижнему значению тогда мы будем выполнять определенные действия Меньше или равно. Подключаем сюда. То есть мы этим проверяем, чтобы наше количество точек не закончилось, пока персонаж там не пройдет. Так, ставим бранч. Давайте сразу его подключим. То есть мы, по сути, создали ветку действий. Так сразу копируем финиш, потому что в дальнейшем нам это поможет. Полз, uh, если у нас... Так, давайте пока в данном случае мы отключим, но не будем удалять это. Uh, это нам в будущем пригодится. Теперь давайте давайте поставим также бибипов вектор сюда на true. И на финиш. Так, все. В общем, э, вроде все. А, да, еще забыли мы передать значение. Так, стойте, не пав вектор. Давайте передадим пав индекс и сделаем get blackboard value int. Стойте, подождите. Set blackboard value int. То есть мы передаем значение, которое у нас получится здесь. В данном случае это у нас будет подключаться сюда, но пока, пока не будем этого делать. Так, вроде бы все должно быть правильно. Возможно, вектор здесь и не нужен будет. Да, потому что мы здесь сделаем чисто по точкам. Вектор можно пока удалить. Так, сохраняем. Теперь. Давайте сразу подключим нашу задачу. Теск Increment Point. Подключим. BB-индекс э, у нас patrol path индекс так, и для того, чтобы персонажи постоянно у нас вокруг ходили, потому что если мы сейчас, по сути, запустим если все правильно сделали персонажа у нас остановится на последней точке Или же совсем не будут ходить, да? Отлично. Так, давайте сделаем. А, почему он у нас не видит? Окей. А, переключим. Так, сделаем здесь селектор для того, чтобы он определял и подключим это сюда. А, естественно, он не будет ходить, потому что мы не подсоединили задачу перемещения муфту. Передадим ему значение пав вектор. И давайте проверим. Это должно быть рабочим. А, очень интересно. Видите, да, наши персонажи пошли не туда. Так, возможно, у нас все-таки ошибочка в значениях где-нибудь поиск точек. Потому что он не может определить. Так, давайте-ка вот эту штуку как get. Сделаем get a copy подключим ее сюда, да, то есть не ref, а именно копия. Так, location. А, ну, вот, вот это-то мы не подсоединили. Как это так? Или подсоединяли что-то, или это сбросилось, когда я удалил? Нет, нет, вот, точно. Значит, мы здесь не подсоединили, из-за этого не ходит. Да, смотрите-ка. Вон, пошли. Вокруг холодильника входить, а? И все, да, точка э, у них окончательная. И они остановились. Ну, по сути, мы уже сделали как необходимо, да? То есть вы можете данной э, штукой сделать э, определенное движение персонажей, да? Допустим, можно выставить на карте... Ну, какие-то прям большие точки. Кстати, давайте-ка вот так сделаем. Так, это у нас... И давайте выставим данную точку. Да. Вот. То есть он, по сути, сюда должен пойти. Создадим пару точек. Первую сдвинем. Куда-нибудь поближе надо было. Чтобы мы видели, реально он так будет делать или нет. Так, сюда. Потом и третью. Вот сюда. То есть он вот так сходит. Проверяем. Те... А, у него облом. Потому что эта штука находится за пределами его поиска. Давайте сдвинем вот так. Да, и он пошел. Дошел до первой. Пошел. И вот здесь где-то должно остановиться. И все. Да. То есть мы создали практически движение персонажа. Допустим, вы хотите где-то в городе сделать так, что он будет ходить от одной точки города к другой и так далее. Главное растянуть наш нафмеш, который я выключил внешний вид, да, то есть, ну, также нажав букву P английскую и все. Так, это мы можем э, удалить и перенастроить нашего персонажа, чтобы он ходил вокруг холодильника. В следующем видео мы будем делать э, патрулирование по кругу сделаем так, что он будет постоянно, то есть, ну, э, не только прибавлять наши значения, да, вот как мы здесь сделали, но и э, удалять. Вот как раз таки эта штука, ну, здесь, наверное, не нужна будет, я отдельно все-таки создам задание. Так что, друзья, до скорой встречи. Увидимся на следующем видео.